Ну, поехали. Сегодня давайте с вами поговорим о топливных баках. Вот все говорят, ой, где-то там самопальные делают в Питере, в Москве, в Нижнем, в Казани, да где угодно. Если топливный бак самопальный, ну так и покупайте его самопальный. А мы вам предлагаем оригинал, оригинал Scania, правда, БУ? Ну давайте посмотрим, сколько стоят оригинальные баки, новые. И там уже вы сами сделаете вывод, по какой цене нам продавать. Да? Вот смотрим. Смотрим. Так, вот это у нас здесь кронштейны топливных баков. Вот один комплект получается, да? Вот это основной. Это верхняя лента, боковая лента. Вот ленты сами стоят под номером, да, видно, выписал я. 3535 рублей. Под номером 140 1839. Это верхняя. Боковая 174 58 81. 3535 рублей. А вот нижняя самая, не лента, а кронштейн. Под номером 148 81 91. Это узенький на 70 миллиметров. 52 167 рублей. Так вот, если не учитывая ни резинки, ни крепления, ни всякие вот эти прибамбасины, сумма получается 59 237 рублей. Так складывается вот из этого видео вопрос. Так по какой цене нам продавать, если оригинал новый стоит 59 237? И заметьте, сейчас мы не говорим про всякие самопальные кронштейны, которые делают в Питере, в Москве и где только угодно. Я не говорю, что они плохие. Но мы продаем оригинал БУ. Вот так. Дальше пошли. Топливные баки. Да, я тут тоже выписал стоимость оригинального бака. 700-литрового, вот номер, пожалуйста. 191 207 рублей. 300-литровый бак. Вот номер и вот цена. 112 347. 500-литровый бак 158 тысяч. 600-литровый бак 176 тысяч. Это оригинал, и мы вам предлагаем именно оригинал. Так, ну пошли дальше, посмотрим. Так, вот на нашей площадочке топливные баки. Давайте вот посмотрим. Так, 500-литровый бак. 187-11,90, да? Вот он. Вместе с кронштейнами. Качество оригинала. Отходил этот бак уже несколько лет, и ему, в принципе, ничего. Давайте я буду помечать. Вот этот топливный бак. Взял вот такой маркер. Это у нас пойдет под номером. Под номером один. По нему звоните, говорите номер. Дальше будем разбираться и по цене, по стоимости, как отправить. Дальше. Пошли. Еще один 500-литровый бак. Да? Посмотрим, что он из себя представляет. Так, ну вот здесь вот какие-то потертости есть. Но это ерунда, на мой взгляд. Все шовчики. Самое главное, обратите внимание на шовчики. Ровненькие. Без дефектов, кронштейны, с резиночками, с крепежами, совсем. Вот это у нас номер два будет, да? Номер два. Так, пошли дальше. Это у нас, видно, да, наверное?
700-литровый бак. 151-73-09. Тоже, пожалуйста, узнавайте цены, сколько новый стоит. А потом только уже будете с нами бодаться по ценам. Кому нужен хороший, качественный, оригинальный товар, это к нам. Кому нужен самопал, это уже не к нам. Я не говорю, что он плохой. Может быть, даже лучше оригинала. Но если вы хотите приобрести оригинал по цене самопала, у нас этого сделать не получится. Мы не можем себе этого позволить. Так, здесь мы его не почистили, но дефектов я не наблюдаю. Смотрим дальше. Так, это у нас получается бак под номером 3. Третий бак. Пошли дальше. Вот этот бак у нас 400-литровый. Можем доукомплектовать кронштейнами без проблем. Качество достойное. Так, это у нас бак 400-литровый под номером 187-93-19, извиняюсь. Так, четвертый бак. Четвертый. Здесь вот у нас еще один бак на 700 литров. Давайте смотреть. Видно, да? 700-литровый бак. 151-73-09. Вот это бак у нас тоже осмотрим без дефектов. Я, по крайней мере, не вижу, не нахожу. А, вот здесь вот, смотрите, небольшая протертость зацепила чуть-чуть шов, но на мой взгляд несущественно. Так, это у нас будет пятый бак. Пятый. Пошли дальше. Какой мы еще не видели с вами. Берем. Это по счету будет шестой бак. Шестой. Качество. Посмотрим. Всем, кстати, доброе утро. Снимаем утром, поэтому солнышко еще не высоко, тень падает. Но это нам, я думаю, не помешает предложить вам топливные баки. Так, это у нас бак 500 литров. Под номером 187-11-90. И получается, это шестой. Шестой бак. Пошли дальше. Это вот, ребят, у нас такой выпуклый бак. Это обозовем его номером 7. Это 700-литровый бак, 151-73-09. Он будет гораздо дешевле стоить, чем вот без дефектов. Но кто-то хочет сэкономить, поставить более-менее нормальный бак, пожалуйста. Так, Семен, пошли дальше. Вот это у нас плохо видно, да? Плохо видно. Но это у нас будет бак под номером 8. Оп. Восьмой бак. Сейчас маленечко мы его подвинем, чтобы видно было, да? Вот он. 700-литровый бак. 151-73-09. Есть вот такие вот дефекты. В процессе эксплуатации чуть-чуть повредили.
Сейчас немного развернем. Задняя часть. Я думаю, нормально. Все с ним хорошо. Это у нас бак. Даже предлагать не хочется. И этот тоже. Даже не смотрите. Так, номер 8 у нас был. Здесь вроде все прошли мы с вами, да? Так, первый, второй. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Пошли дальше. Восьмой. Вот это у нас сразу подпишем. Девятый бак. Объем 500 литров. Оригинал Скания 187, 11,90. Угу. Девятый. Давайте, да, расскажем. Без дефектов. Без вмятин. Отличный бак. Чистенький, ровненький. Заметьте, мы их не чистили, не мыли, не выпаривали, ничего с ними не делали. С трудовых полей к нам на склад. Так, девятый. Пошли дальше. Здесь вот у нас маленький бак. Вот так вот затыкаем маленечко, чтобы туда грязь не летела никакая. Но перед установкой все-таки промывайте. Чистите их. Это у нас 300-литровый бак. 151-73-04. И будет он под номером 10. Сейчас к нам друг пришел. Федя, привет. Привет, привет. Я погнал потихонечку тут с баками. Так, 10. Погнали дальше. Вот еще один 500-литровый бак. 500-литровый бак. Номер у него 151-73-07. Это у нас бак под номером 11. Вместе с кронштейнами. Качество давайте осмотрим. Отличный бак. Замечательный. Вот есть небольшая тут царапка. Дефект, но все на высшем уровне. Так, 11. Погнали дальше. Вот так, вот это сразу пишем. 12 бак. 500 литров. 151-73-07. Оригинал Скания. Осмотрим. Отличный топливный бак. Тоже без дефектов. Качество хорошее. Мне нравится. Так, вот этот бак нам надо немножечко разнести. Перевернуть. Вот это бак. Оп, забыл. Это топливный бак 700 литров. Номер у него какой? О, он под номером 13. 13, 700 литровый, 151-73-09. Этот бак, видимо, где-то побывал в небольшом ДТП. Что-то случилось, но вот здесь вот у нас вот такие вот царапины.
зацепила маленечко ленту. Ну, в целом его не стыдно предложить вам. 13-й. И перейдем сегодня, наверное, последний 14-й бак, который у нас в наличии на складе в Нижнем. Запишем 14-й. Он вот такой вот спецовый бак. Почему он такой вот грязненький, я вам сейчас объясню. Он был полностью закрыт алюминиевым, алюминиевой площадкой. Вот здесь вот стояла площадочка полностью. Все было закрыто. Здесь только лючок небольшой для заправки. И все. И здесь вот на этот топливный бак специально вот посмотреть. Я так понимаю, он оригинальный. Не самопал. Хотя, черт его знает, я первый раз такие вижу. Не встречал. Если что, напишите. Мы рады любому комментарию, будь то плохому или хорошему. Хороший комментарий нам приятно, ну а плохой — это лишний повод нам подумать и сделать все качественнее, лучше, чем было прежде. Так, ну все. Сейчас разверну. Всем спасибо за внимание. С вами была компания WorkTrak. Город Нижний Новгород. Сайт worktrak.ru. Звоните 8 800 550 96 38. Василий Трофимов всех приветствует. Пока.